Ан-26 все еще находится в Актобе, но доступ на летное поле для журналистов, как это обычно и происходит в подобных случаях, оказался закрыт. В едва не случившейся трагедии, к счастью, никто не пострадал. Борт готовился к взлету, когда из двигателя повалил дым. Перепуганные родственники погибшего пограничника решили, что это пожар, однако возгорания не было. Сегодня в 9:13 местного времени в аэропорту Актобе произвел посадку самолет Ан-26. Принадлежность пограничная служба КНБРК, выполнявшая рейс по маршруту Актау, Актобе-Павлодар. После дозаправки в 10:40 при запуске двигателей слева от двигателя пошел дым. Экипаж прекратил запуск. Оперативно сработала пожарная служба АО Международного порта Актобе, предотвратив возгорание самого двигателя. Пассажиры были эвакуированы, угрозы пассажирам и экипажа не было. Этим рейсом погранслужба КНБ должна была доставить тело погибшего в Мангистауской области 26-летнего Алмата Казыбаева на родину в Павлодарскую область для захоронения. Но вылет пришлось отложить. Тело до предоставления другого самолета поместили на склад временного хранения. Родственникам предоставили условия для ожидания. Однако в самом порту никого из них не оказалось. В администрации сообщили, что часть пассажиров продолжила путь ЖД транспортом, часть отправилась к актюбинским родственникам. Тем временем комиссия приступила к выяснению причин аварии. На данный момент самолет находится на стоянке нашего аэропорта. Работает комиссия. Техсостав осматривает двигатель. После осмотра и выводов комиссии тогда я могу сказать причину, почему пошел дым из двигателя. Транспортная полиция Актобе также работает на месте ЧП. В ликвидации очага возгорания приняли участие пожарные расчеты ДЧС Актюбинской области. 12:10 он был ликвидирован. За развитием ситуации следите в дальнейших информационных выпусках на нашем канале. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт».